когда я говорю о том, что в автостопе машин будет больше, чем во всех автомобильных программах мира, я ни капельки не лукавил. Потому как мы дружим и с европейскими производителями, и с американскими производителями, и, конечно же, с японскими производителями. А учитывая то, что, допустим, американские и японские производители имеют интересную особенность делать очень-очень большое количество автомобилей. Ну, американские автомобили – это моя любимая тема, и это песня других сюжетов. Сегодняшнюю песню мы споем вместе с Toyama Auto, что располагается на Ленина 18, и в автомобиле Toyota Runx. Кто-то может сказать, что чем-то эта машина похожа на Toyota Corolla. Ну, в общем, это и есть Toyota Corolla, только в кузове хэтчбэк. Соответственно, в этом автомобиле от Toyota все тойотовское. Что меня порадовало и что удивило? Удивил меня двигатель. Полуторный двигатель ВВТ-айновский. То есть из 1.5 литра мы спокойно выезжаем на 110 лошадиных сил. Удивил меня до неприличия маленький аккумулятор. Но вот сейчас скажу, что не так давно были морозы. Чудненькие морозы, мы тут свадебку гуляли, -32. Так вот, дизель свой я завести так и не смог, пришлось прикуривать. Эта же машина завелась легко даже с этим аккумулятором. А о чем это говорит? О высокотехнологичных японских движках. То есть смазывание идет постоянное. И масло, ну, никуда не девается. И в седловинах коленвала и, соответственно, распредвали. Поэтому двигатель вращается и заводится легко и свободно. Что касается цены этого автомобиля. Цена этого автомобиля, и он есть в наличии, и поэтому ждать его вообще не надо. 330 тысяч рублей. Теперь поговорим еще и о том, как эта машина выглядит. И вот этот Toyota Runx в версии покруче, чем Toyota Alex, или где-то в той же комплектации, это самая богатая, самая топовая комплектация, включающая в себя и аэродинамический обвес. То есть ничего не надо тюнингировать. Ну, пожалуй, можно только вот диски поменять. Это тоже небольшой недостаток, но выбор сейчас огромен. А колеса на 15. Ну, разумеется, да. Toyama Auto приводит только такие очень хорошие автомобили. Этот автомобиль имеет оценку 4 балла аукциону. И по салону, по-моему, ашка. Потому что, ну, даже для такого, ну, пробега здесь вопросов нет. Значит, очень аккуратный японец был. Теперь, что касаемо того, как машина выполнена. Ну, ксенон это понятно, люк это тоже, я же говорил, топовая комплектация. Вот чудо климат-контроль и чудо мультимедиа-центр. И все. Из вот этих годов сейчас в нормальных машинах ставится только, извините, на чем не только можно слушать, но что и смотреть можно. DVD, разумеется. Все примочки японские остались. Их никто демонтировать не собирался. А теперь уже вернемся к цвету машины. Вы знаете, когда покупаете японский автомобиль, внимательно обращайтесь. И знаете, что вот за цвет, допустим, черный металлик, с вас попросят чуть больше. Потому что популярная машина черного цвета. А как они выполнены? И вообще, я тут проконсультировался, и оказалось, что лучше всего красят машины, ну, традиционно Mercedes, BMW, все остальное европейское слабовато. Корейцы очень хорошо красят Сангьянг, потому как это, вот, извините, Mercedes, как кому бы то ни хотелось. Ну, американцы, те вообще извращенцы, а японцы пошли еще дальше. Поэтому такие цвета, ну, прелесть. Вот я видел и розовые цвета, а это насыщенный черный металлик. Причем видел я металлики разные черные, а здесь, ну, перламутра еще больше, еще приятнее. Теперь, что касается прелести приобретания вот таких автомобилей за небольшую сумму 330 тысяч рублей. Да, некоторые европейские производители, амалогируя, либо подстраивая производство под Россию, говорят, кричат, что вот, ребята, мы сейчас типа сделаем машину дешевле 500 тысяч рублей. Но благодаря кредитной схеме, я обращаюсь, допустим, в Toyama Auto, вы можете, ну, поиметь два таких автомобиля за эту цену. Вот такой, допустим, ну, почему нет, гламурный автомобиль, такой, ну, стильный. И еще один подешевле, допустим, Toyota Vitz. И, а теперь самое главное, теперь уже вопрос о том, как мы ездим. Ездим отвратительно. Ну, эта машина ездит великолепно. К чему это я? Да к тому, что кто-то копит последние деньги, кто-то долбит своим
автомобиль, ну и мы в том числе, и мы не без греха. Только вот те, в кого мы въезжаем, всегда нам благодарны, потому что, ну, пункта, я волосы на себе не рву и лысину пеплом не посыпаю, потому как ни один автомобиль у меня в семье. А вот другие люди, купив один единственный, даже треснув его, попадают месяц-два, может быть, полгода по запчастям. Вот так вот, вот ваша вся крутизна. Но купив два автомобиля, вы ездите и наслаждаетесь. ТМ-авто рядышком. И рядышком вы. Какие продукты вы предлагаете? Ну, у нас очень много кредитных программ. То есть у нас экспресс-кредитование, также классическое кредитование. Экспресс-кредитование заключает в себе без документов, то есть достаточно иметь два документа, паспорт и водительское удостоверение. И на основании этих документов мы можем предложить кредитные программы. Существуют кредитные программы со страхованием, СКАСКО. Есть ли другие варианты? Да, конечно. У нас есть как с автокаско кредитные продукты, так и без страховок. То есть японские автомобили сейчас доступны благодаря Тайами Авто. Но другие автомобили доступны бы вам? Да, вы также можете найти любой автомобиль в любом автосалоне, либо у физического лица, и также прийти к нам. Мы поможем оформить кредит на любой автомобиль. И немаловажный такой вопрос. Все-таки, когда мы работаем с японскими автомобилями, мы работаем под заказ. Может ли человек оформить заказ, в смысле оформить кредит на заказанный автомобиль? Может. То есть заявку, которую он подает, действует в течение месяца. То есть он находит автомобиль либо под заказ, и в течение месяца мы ему эту заявку продлеваем, либо сохраняем за ним автомобиль.